выбрались мы на вечерочку. Вот. Вон за мной. За моей спиной летает утка уже. Чуть-чуть опоздали. Вот. Ну, в общем, прошлое видео за открытие охоты в Липецкой удалось. Спасибо, что смотрели, писали комментарии. Я думаю, вечерка. Ну, если сегодня ничего не возьмем, я думаю, ничего страшного. Завтра с утра еще побродим, с подхода возьмем. А вы смотрите. Зачем? Вон еще снизу. Где? Это мелочь. Хорошо, это рядом с берегом упал. Да. Только идти надо сразу. Что, я, ты? О, вон они, вон. Далеко. Ты чё? Кто? Ушла. Иди, иди, Серег. Я тебе скажу, где. Она на берег. Еще иди. Дальше, дальше. Вот ива перед тобой будет, ива. Еще иди. Да. Ну что, пока мы мажем. Добыта одна удочка вот. Вот там где-то, Серег. Слева в кустах. Нашел? Вот Серега подобрал второй трофей. Молодец! Нашла? Да, нашел. Было пару налетов. Взяли. Вон, идут, идут, идут. Тихо. Давай опускаем. Сейчас заходить будут, Серег. Идут. Серег, идут, идут. Ха-ха! Вот они!
Ну чё вы, блин? Блин, я не вложу. Вот она, наверху. Серёг сейчас придет. Она сверху прошла. Такие налеты, пацаны, вообще шикарные. Три здесь, Серег. Я двух нашел. Вот, вечерочка. Нормально? Кардос. Да. Еще сколько? Одну не нашли, две не нашли. Нужна собака. Налеты были шикарные. Да. Короче, охота пока удается. Утрянка только не удалась.